Да, я хотел, собственно, дополнить, что основная мысль того, что я говорил, не в том, что я предлагаю их объединять, не в том. Я лишь в конце обмолвился, что это технически возможно. Технически возможно и с красными ссылками в категориях решить проблему. Как мне кажется, это можно решить не только технические проблемы, но и проблемы как бы навигации, доступа к системам использования. Но основная моя мысль была в том, что в ближайшее время этот вопрос не актуален. А, собственно, почему я его понял? Потому что вчера после моего доклада о порталах тоже вот в обсуждении кулуара мне сказали, а что такое портал? Это все те же категории, в общем, давайте их приближать. Сейчас это опять прозвучало, а что такое список? Это опять те же категории, давайте их приближать. Так вот, давайте, можно их сближать, но в ближайшие там, пару лет заниматься этим не стоит. Не сближать портал с категориями, не список с категориями. Вот и все. Технически это, наверное, можно. Только надо проработать какой-то макет, представить его, сказать, вот, смотрите, можно. Тогда можно что-то обсуждать. Спасибо. У меня просьба к участникам, когда высказываться, может быть, не повторять то, что уже было сказано, да, то есть, чтобы у нас не было дублирования информации. Пожалуйста. Вадим, ну, во-первых, я не хочу согласиться с тем, я не могу согласиться с тем, что список обязательно к нему такие же критерии, как и к статье, я могу привести пример аналогического списка. Допустим, «История России», аналогический список. Это не статья. Найти какой-то вот такой вот источник, который все, что в хронологическом списке написано, наверное, можно. Но зачем? Понятно, что этот список значим сам по себе, хронология России, да? Тем более, что можно ее подать корректно, как делается в энциклопедии. Первый столбец – хронология, что происходит в России, второе, что в это время происходит, допустим, на нашем материке, да? И третье, что происходит в мире. Такие списки часто публикуются, они очень… Я обязан возразить. Позвольте, и второе, мне кажется, полезен был бы механизм совмещения категорий, и это сразу решило бы проблему многих списков, допустим, не знаю, мужчины Куэль России, да, и ну, подобные вот списки, известные люди там, да, из данного города. Если бы можно было бы совмещать категории, одновременно смотреть пересечение двух категорий, родившихся в данном городе, и, допустим, поэты, да, или известные люди, что-нибудь подобное. Это сразу бы решило проблему кучу списков. Мы просто совместили две категории, нарушил бы список тех людей, и не нужно было бы. Есть такой список. Есть такой список, я просто не курс. У него очень такой, уже не думаю. У него интерфейса нет. Я прошу прощения, вот я вот слушаю, и уж просите меня вам сказать этапа, а есть ли проблема? Есть ли проблема с списком? Смотрите, я про это и говорю, что нет проблемы. Вот смотрите список, вот идут неразделенные гетманы, вот Украина разделилась слева правобережной, справа левобережной Украины, дальше опять общий гетман. Теперь три, тройное деление, значит, правобережной. Нет, ну ведь это не просто список, фактически статья, которая... Да, это отдельно, видите, это все наглядно, в одно и то же время. Вы можете в период одного, значит, одного гетмана, тут сменилось трое, значит, и так далее. Очень вполне нормальная, наглядная вещь. Вы в категориях такого никогда не сделали. Никогда. Есть другая категория списков, значит, вот есть категория, значит, вот митрополиты киевские. Вот, казалось бы, список простой, что здесь такого? Но он сделал таким образом, что он входит в статью, значит, митрополиты киевские, галицкие и вся Руси. Там, значит, сделана ссылка на эту статью, и она полностью включается туда. То есть вы как бы написали одну статью, значит, вернее, значит, но она включает часть других, там, через шаблон НЛ и так далее. То есть, ну, удобство сочетания, как в одну статью пишете, потом просто ее включаете. Я просто хотел бы разъяснить уточнить, раз уж Вадим. Вы захотели микрофон, потому что. Да. Но потом вы сказали, что у нас много времени, да, и мы можем спокойно пообщаться. Мы собрались, по-моему, здесь пообсуждать, а не для того, чтобы с каталогом поговорить что-то, да, и дать возможность всем высказаться. То есть есть вот одна проблема. Списки категории, объединять, по-моему, нет здесь проблемы. Категория одна вещь, списки другая вещь. Вот коллега показала прекрасно. Тут даже обсуждать, по-моему, нечего. Нужно то, что предложил сделать Дмитрий, нужно развивать понятие категории. Категории должны быть какие-то свои элементы, там много своих инструментов. Там можно интерпретировать разные ссылки через, например, заведенные шаблоны. То есть мы, например, с коллегами в проекте математика и баллистика, мы вставляем, мы делаем шаблоны с кучей разных ссылок. Вставляем их в категории. Категория становится в том числе инструментом для заполнения этих самых красных ссылок. У нас есть координационная
списке остальных хотелось нам как поспорить, потому что работает, мы с коллегами там, с коллегами ведем эти списки, они работают, пускай они существуют. Но я хотел бы возразить коллеги, включая, что немножко неправильно будет. Есть отличный проект, который называется «Списки 2». Он не идеальный, да, но он хороший, это шаг вперед по сравнению с тем, что сейчас, чем сейчас является правило списка. «Списки 2» — это серьезный шаг вперед. Там есть понятие введено «хронологический список», да, не «информационный список», вот нет понятия «информационный список», «информационный список» — «информационная статья». Но если вы говорите, есть списки хронологии, прекрасно. Вот есть понятие хронологический список. Давайте обсуждать хронологический список. Да? Вот. И это понятно, это некоторая отдельная сущность, четко описана. У него есть критерии включения, у него есть четкие, более-менее обязательные поля. Да? Они могут быть там дополнительные и так далее. Вот надо подумать, например, вот где мы на Украине. Хронологический это список или не хронологический? Вот похож в части на хронологический. Но может быть его нужно отнести как ввести понятие список персоналей. Обсудить отдельно список персоналей. У него должны быть такие-то, такие-то вещи. Да? Ну, вот, на мой взгляд, не существует понятия информационный список. Да, вот, хочу донести эту мысль. Информационный список – это статья. Это статья. Да? А дальше смотри, вот, то, что называется проект «Список 2». Вот что надо обсуждать. И, по-моему, автор доклада хотел очень большое время обсудить именно это. Давайте возьмем вот, правило «Список 2». Да, и начнем по пунктам обсуждать. Там есть хронологический список, давайте обсудим. Просто список приложений, давайте обсудим. И так далее, и так далее, и так далее. Вы представите, как раз список 2, то, что... Вы знаете, я не могу, то есть я не являюсь его автором и не являюсь там активным участником разработчика. То есть я просто, ну, я являюсь читателем и потребителем. То есть то, что там сейчас написано, уже сейчас на порядок лучше того, что было до этого. Уже сейчас лучше. Вот мы сейчас обсуждаем доклад, который ну, совершенно дождался, не надо. Ну, я думал, да, это спективно идет, если вперед ведящий. Так, Николай, вот мы немножко забываем о том, о самом понятии список. Если мы вспомним, как представление над папочек, да, об удовлетворении список, позволяет сортировать по столбцам. Вот в данном случае нам демонстрировали, там не нужно сортировать, он действительно получается как статья. А вот если табличка обладается с возможностями сортировки, а иногда это надо, вот это действительно реальный список. А что касается вот этого проекта «Список 2», то мне показалось, что Андрей, я так немножко смотрел, он отталкивался именно вот этой проблемы списков известных там, людей и прочих деятелей. И хотел не открытый набор списка сделать, а закрытый то, что он там представил, на этом закончил. Но там тоже есть проблемные списки. Например, сравнительный список. О, это я чувствую, а риск вполне чувствую. Потому что уже есть много статей. Например, Немесвария статья. Там явно корисный внутри Немесвария. То есть сторонники и противники этого направления, сказать, философского, религиозного, явно они почему там выбирается именно это изречение, именно эта фраза. И ну, в трех местах, по-моему, в четырех там есть ноточки, а дальше уже и пошли. И если мы внесем это как необходимый элемент, вот этот список сравнительный, я один пример беру, конечно, хронологически там нужно, это замечательно. И действительно информационное такое. Такого понятия, не все информационные, нету. А в данном случае есть предмет для обсуждения. И он, я еще раз повторяю, мне кажется, но это жалко, что нет Андрея, он предполагал, что этот список, набор этого списка будет закрытым. Спасибо. Так, пожалуйста. Да, блин, вот такой момент. Я прошу очень пожалуйста, я думаю, всего лишь по этому кратко. Обсуждением из списка категорию, что мы вообще как-то упустили из виду такой механизм, как навигационный поворот. Если предположим, у вас есть список тех самых митрополитов, которые описание фактически сводится к двум телефонным цифрам, почему бы вы не писали?
кстати, специально для этого предназначенную таблицу. Берем, попробуем, раздеваем его, как хотим. Хоть это самое, хоть по левобережью, правобережью, хоть по инженерным раскольническим метрополитам, хоть как угодно. Вопрос это та же самая таблица. Причем точно так же самое, причем специально предназначенное заключение в статье. В чем проблема? Замечание небольшое. Значит, просто был заволнулся, был шаблон таймлайна, история, допустим, Чехословакии, где была история, значит, государственных формирований территории, значит, современной бывшей Чехословакии. До войны, в ходе Второй мировой войны и так далее. Этот шаблон был включен в разные статьи. Прошла специальная работа по удалению его из этих статей и вынесению в отдельную табличку. То есть, нет смысла. Нет, это понятно. Зачем? Если мы в итоге приходим к выводу, то попробуем, а получается, гигантская лопуха на 5 гектаров, то это действительно имеет смысл оформить опору пихов. Но если у нас пихов, извините, на 20 позиций с двумя цифрами подвлекаем. Зачем нам такой список? И чем только на просто спрос? Спасибо. Так, Антон. Нет, извините, нет. Антон, пожалуйста. Минута, хорошо? Кроме того, я могу дать говорить? Во-первых, по поводу отношения категории с списками, ну понятно, что списки не могут, категории не могут получить без списки, в английской Википедии есть несколько полезных эссе на эту тему, можно ознакомиться. Далее, так списком осталось непроговорен вопрос... Антон, ты сидишь где-нибудь? Списком малозначных объектов. То есть, например, как быть со списками персонажей, которые, скорее всего, не могут быть полными, потому что, например, я хочу среди 3000 персонажей, скорее всего, не будет. Соответственно, если, например, включить 30 персонажей, которые есть кое-какие упоминания у историка, получится список значимых персонажей. Соответственно, как вы считаете, что вообще получается, что по текущим правилам любой список персонажей, за исключением более-менее полного, там, на 10 позиций, если он полный, а любой список персонажей можно вынести на удачу. Потому что если он полный, и большинство персонажей не значит, то, скорее всего, он подпадает под шляп, а, соответственно, если отбор он подпадает под правила списка, с этим, разумеется, нужно как-то исправлять. Далее, у шаблона пока по действующим правилам есть ограничение 5 строк, на 6 уже есть желающие вывести на удаление. Ну, 5 строк это несколько утрировано. Понятно, что если будут... Далее, очень важно понятие безразмерности. Потому что, с моей точки зрения, я всегда считал, что размерность — это отношение к цели Википедии, должно оцениваться не как некое формальное отношение к... Например, рекомендуемый объем статьи, а оценивается как отношение к цели Википедии. Если в источнике написано 100 тысяч американских актеров, значит, мы должны найти способ не 100 тысяч американских актеров, информацию об этих актерах организовать определенным образом угодному читателя. И, соответственно, мы должны подгонять правила под эту цель, а не искать повод, как бы, какому правилу, соответственно, не соответствует описание 100 тысяч американских актеров, если у нас есть такая цель и есть достаточно количество источников. То есть все рассуждения размерности без размерности должны исходить именно из этого, а не из каких-то формальных требований самими же кипинистами и выводами. Спасибо. Если кто-то на себя возьмет, возможно, последний выступление сейчас по неделе. Можно я? Да, пожалуйста. Я попрошу, можно открыть? Или даже ладно? Вы сами говорите, пожалуйста. Википедия, двоеточие, списки, дефис номер 2. Вот там это новое правило про списки, туда надо зайти и высказать свою точку зрения. Вот и все. Вот это, кстати, очень хорошее предложение у вас. Можно даже было с этого начинать, мне кажется. Обсудить вам мнение Путина в России последнее слово. У меня технический момент. После всего. Так, смотрим, да? Давайте таким образом, как бы, чтобы у нас закончилось каким-то позитивным моментом наше обсуждение, да, все-таки принять участие, посмотреть, по крайней мере, эту статью и, возможно, высказаться на странице обсуждения. Правильно, да? Спасибо, отличное предложение.